Одна из задач, которая требует немедленного решения весной – привести дороги в порядок. После таяния снега некоторые участки асфальтового покрытия оказываются повреждены, что создает проблемы с безопасностью дорожного движения. Как в Серпухове ремонтируют дороги, расскажем в нашем следующем сюжете. Последствия зимы на проезжей части ликвидируют оперативно. Чтобы своевременно выявлять повреждения дорожного полотна, специалисты ежедневно совершают объезд городских территорий. С каждым днем неровности становится все меньше. Ямочный ремонт в этом году начался сразу же со сходом снега, это в начале марта. Занимается у нас на территории городского округа Серпухов наш комбинат благоустройства. Ну и на своих дорогах подрядчик – это МОСАвтодор. В среднем в день ремонтируют от 30 до 50 ям. Особое внимание уделяется обращениям жителей. Ямочный ремонт – это временная мера. Соответственно, низкие температуры не позволяют использовать нам асфальтобетонную смесь, горячую, нормальную, потому что она разрушается от низких температур. Перепады сейчас весной стоят, поэтому комбинат благоустройства использует специальное устройство, рециклер, которое предназначено для приготовления специальной горячей смеси из вторичного асфальта. Это, я опять же напомню, временная мера. Ямочный ремонт – сезонная задача. Здесь главное – быстро отремонтировать аварийные неровности, которые мешают движению. С открытием заводов, с началом приготовления горячей асфальтобетонной смеси, мы, соответственно, приступим, и с наступлением благоприятных погодных условий, мы, комбинат, под контролем администрации, приступим уже к ремонту полноценному, будет уже производиться ремонт картами. Ямочный ремонт также продолжит, но в меньшем объеме. Для восстановления дорог уже проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик. Отремонтируют более 17 тысяч квадратных метров. Начнут с середины апреля, поскольку главные условия для качественного ремонта – устойчивые плюсовые температуры.